Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Скандалы, интриги, расследования». Тема сегодняшней передачи – нашумевший лагерь «Мост Кэмп». В нашу редакцию поступает много противоречивой информации о том, что происходит в лагере. С одной стороны, это прекрасное место. Пятиразовое питание, горячий душ, отдых на море, масса развлечений, такие как айкидо, занятия брейк-дансом, оригами, капуэра, вечерние дискотеки, заботливые вожатые. Но все ли так однозначно? Нам позвонил человек, будем звать его Антон, который обладает эксклюзивной информацией о том, что происходит в Мост Кэмп. Сейчас мы постараемся дозвониться Антону. Будем его так называть. Антон, здравствуйте. Расскажите, что же происходит на территории пансионата Шипси? Нас привезли на автобусах, разместили по комнатам. Обещали, что будет весело и будет чем заняться. Но на самом деле все время сидим в комнатах, спим по полдня. Вожатые нас обижают, и мы никуда не выходим. Вы пытались что-то сделать? Да, я хотел уйти из лагеря, но меня не выпустила охрана. Вы что-то еще хотите добавить? Спасибо. Чтобы проверить эту информацию, я решил сам поехать в этот лагерь и разобраться, где же правда. Итак, дорогие друзья, за мной находится пансионат Шипси, на территории которого расположился заполучный лагерь. Здравствуйте, программа «Скандал, интриги, расследования». Можно задать вам пару вопросов? Камеру уберите, уберите камеру, уберите камеру, уберите. Ладно, пошли. Ну что ж, придется разбираться самостоятельно. Для начала проверим, как живут дети. Здравствуйте, программа «Скандал, интриги, расследования». Правда ли, что вы спите по полдня? Чё? Правда ли, что вы спите по полдня и вас не выпускают из комнат? Ну чё пристали? Первый раз за день прилёг поспать. Юкей, подъем, на еду! Ну что ж, дорогие друзья, на овца и зверь, на айкидо. Скажите, вас здесь бьют? Вас бьют? Вы можете сказать пару слов? Я могу сказать только три слова. Идите. Не продолжайте, мы поняли. Идите на барабаны, там классно. Итак, барабаны. Скажите, здесь кого-нибудь бьют? Да, но только в барабан. Или в бубен, это как попросите. Ага, ничего не понимаю. А где же здесь бьют? А вы сходите на капуэра. Капуэра. Здравствуйте, это программа «Скандал, интриги, расследования». Скажите, с вами плохо обращаются? Бьют? Советую отойти. Почему? Эй, сколько пальцев? Я ответила на ваш вопрос. Сходите на брейк-данс. А там не будут бить. Да кто тебя на танцах будет бить? Ну, пошли на брейк-данс. Здравствуйте, это программа «Скандал, интриги, расследования». Скажите, вам хорошо живется? Слушай, ты больше не спрашивай их об этом. Ну что будем делать? Как за командировочное читаемся? Передача валится, мне шеф голову оторвет.
Друзья, нам поступила новая информация. Вы не поверите. Мы нашли человека, который нам позвонил. Сейчас вы его увидите. Здравствуйте, вас зовут Антон? Без комментариев. И все же, какова была цель? Зачем вы нам позвонили? Это была личная месть? Дорогие зрители, мне кажется, комментировать произошедшее бессмысленно. Все и так ясно. Но мне хочется поставить окончательную точку в этом странном деле. Лишь одно осталось правдой. Выйти без родителей отсюда действительно не удастся. Это была программа «Скандал интрига расследования» для МОЗ-ТВ. Ой! Какой МОЗ-ТВ? Блин, мы же их расследуем.